Доброе утро, друзья! 19 апреля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, День российской полиграфии, День работника ломоперерабатывающей отрасли России, День подснежника, Страстная пятница у западных христиан, Великая пятница и лютеран в 2019 году. Евтихий Тихий да Ерема Пролетный в народном календаре. Знаменательные события. В 1935 году в СССР было основано добровольное спортивное общество «Спартак». В 1943 году было организовано Главное управление контрразведки «СМЕРШ». В 1970 году с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. В 1993 году, на 51-й день осады поместья Маунт-Кармел агентами ФБР, на ранчо вспыхнул пожар, в результате которого погибли 82 члена секты «Ветви Давидова», в том числе 21 ребенок, а также 4 агента бюро АТФ. Среди погибших оказался и лидер секты Дэвид Кореш. Родились в этот день, в 1957 году, Сергей Баталов, актер театра и кино, заслуженный артист России. В 1978 году родилась Наталья Еприкян, российская актриса, продюсер телешоу Comedy Woman. Я не могу, я занята. Ну, Маши, ну, пожалуйста. В 1979 году Кейт Хадсон, американская актриса. В 1981 году родился Хейден Кристенсен, канадский киноактер. Они что-то знают про силу и скрывают это от меня. В 1987 году Мария Шарапова, российская теннисистка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта. Родилась Оксана Акиньшина, российская киноактриса. У них нет скидок. У вас есть скидки? Нет скидок. А почему я тут покупаю? Этот день по лунному календарю. Сегодня до 19 часов 32 минут по московскому времени самый сильный и мощный день месяца. Он признан одним из самых счастливых. Это время наиболее активных и решительных действий. С началом этого дня мы вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Не пропустите этот день, он исключительно удачен для старта любого важного дела. После 19 часов 32 минут полнолуние. Влияние Луны в этот день настолько сильно, что все положительное и отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно. Активизируется наш внутренний искуситель, поэтому может быть много соблазнов в самых разных сферах. Есть опасность стать внушаемым, ленивым, податливым вредным влиянием, потому что контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере. Вот такой он 19 апреля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!